Православный календарь. Седмица 21 по Пятидесятнице. Понедельник, 7 ноября. День мучеников Маркиана и Мартирия. Вторник, 8 ноября. День великомученика Дмитрия Солунского. Среда, 9 ноября. День постный. День мучениц Капитолины и Ратиниды. Четверг, 10 ноября. День преподобного Иова, игумена Почаевского. Пятница, 11 ноября. День постный. День преподобной мученицы Анастасии Римлянине. Суббота, 12 ноября. День Азерянской иконы Божией Матери. Воскресенье, 13 ноября. День мученика Епимаха. Православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Увидимся на следующей неделе.